Вот и закончился 2015 год, дорогие друзья. С какой же гордостью я заявляю вам о том, что этот временной промежуток наконец-таки подошел к концу. Сколько же горьких потерь и утрат мне он принес. Сколько же разного рода эмоций пронзило мой разум, пошатнув тем самым драгоценное спокойствие, которое в нашем мире и в нашей жизни становится, а быть может и уже стало, раритетом. Но все же, мы, я, вы и все, кто верил в себя и в то, что еще будет лучше, остались на плаву. Друзья, мы прошли этот 15-й. Ура! Я искренне желаю всем горящим сердцам не остывать в 16-м и последующих годах, всем умам с критическим мышлением продолжать критиковать, всем поэтам муз, а музам ума и поэтов, всем Music Zone максимум креативных идей и их оперативной, что немаловажно, реализации, а также большого количества хороших людей с альтруистическими наклонностями, именно тех, которых почти каждый день вы можете лицезреть в нашей группе, а также свободы, которые у вас никто не отнимет, любви, которые вас любят и полюбят в дальнейшем, безумного добра, с которым уж точно не будет скучно. С Новым годом!